А начинался праздник пробегом по маршруту Адлер-курорт, Олимпийский парк, Красная Поляна, Адлер-курорт. Сотни туристов стали свидетелями масштабного байк-шоу. В общей сложности мотоциклисты преодолели 150 километров. Организаторы – краснодарский мотоклуб «Блэксмит» Сочи для проведения фестиваля выбрали не случайно. Многие не были в Сочи, поэтому байк-фестиваль – это место встречи друзей, а также мы хотим показать достопримечательности нашего любимого Сочи. После тяжелой зимы, после зимнего застоя байкеры с удовольствием садятся на своих железных коней. Прекрасная дорога в Сочи, прекрасные сооружения, культурные объекты. Байкеры провели на курорте 3 дня. В программе фестиваля были спортивные состязания и выступления рок-групп.